До 1 сентября остается меньше 10 дней. В День знаний в самарские школы придут больше 112 тысяч учеников. По данным Департамента образования, все 160 самарских школ готовы к приему детей. Строители все лето не сидели без дела. Капитальный ремонт был сделан в 21 учебном заведении, текущий во всех остальных школах. Особое внимание уделили безопасности детей пожарной и антитеррористической. Самое сегодня главное – это правильное обучение детей навыкам безопасного поведения. Поэтому традиционно во всех школах на первой же неделе сентября пройдут учебные эвакуации. Мы провели очень большую работу с заместителем директоров по безопасности, еще раз поговорив о том, как должны быть отработаны навыки безопасного поведения детей, как во время их пребывания в школе, так и за пределами школы. Большим событием станет открытие двух новых школ. Это школа номер 57 в Волгаре и школа номер 7 в Крутых Ключах. Седьмая школа уже на первом месте по площади и наполняемости детьми. Сформировано рекордное количество первых классов. Их будет 16. Это, конечно, совершенно невероятная цифра, потому что даже 5 первых классов уже очень давно не было в городе. Да? Но в последние годы демография улучшилась, и по 5 классов уже есть, но стандартно в большой школе 4 первых класса – это нормальная большая школа считается. Ну вот 16 первых классов у нас на сегодняшний день там до буквы «П». В целом Самара полностью готова к новому учебному году. В библиотеке закуплены все необходимые учебники, модернизированы пищеблоки и подготовлена прилегающая территория. На подъездах к школам установлены дорожные знаки и обновлены пешеходные переходы. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.